Эй, Сомерс, нам еще далеко? 20 минут. Группа полковника Грина еще в пути. Вы прибыть в убежище очень скоро. Ты выходи там. Здесь мы встретимся с Эмбразом и заберем переводчицу. Ее зовут Ной Уайс. Эй, Рашид, сделай эту дрянь тише. Иракцы годами накапливали в этом бункере оружие русского производства. Полагаю, сопротивление будет сильным. Эй, 50 баксов, что убью больше чуров, чем ты. Подними до сотни и по рукам. Проверка. Готовьтесь! Ответный огонь! Черт, машине каюк, водителю тоже! Пойдем искать убежище! Орел, это Эхо, прием! Плохи дела. Ущелье блокирует наш сигнал. Надо подняться повыше. Вон там радиовышка. Хорошо видишь, это наша цель. Вперед! Грейсон, помни правила ведения боя, чтобы никакой хрени типа Джона Уэйна. Да, да! Похоже, Грейсона торкнуло лекарство. Сосредоточьтесь! Подходим к двери. Подхожу к двери. Считай, что уже сделано.
раз-два я буду пить здешнюю воду. Будет сделано, босс. Так точно. Ответный огонь. Не осталось. Весело. О, да тебе крышка. Прямо в башку. Разрывное. Вот такое по мне. Эфир, напомни, чтобы я тебя больше не злил. لتدعهم يهربون اقتلهم جنيفا كونفنشن اي جيف اب потянитесь к пушкам мальчики пожалеете надо двигаться пирс Эхо, это Эмброс. Конец связи. Это Эмброс. Свидание с доктором Ноей Вейс прошло удачно. Когда вы будете? Понял, но это потребует времени. У нас тут возникли кое-какие технические проблемы. Хорошо, Эхо. Когда сможете. И берегите задницы. Сдается мне, здесь что-то не так. Понял, понял. Грейсон, конец связи. Обнаружен противник! Он мертв! Хлопнуло его! Цели захвачены! Убить! Ты убил его! Радиовышка прямо по курсу. Подхожу к двери. Ответный огонь! Отлично прорвались. Считай, что сделано. Орел, это Эхо. Прием. Слышу вас, Эхо. Доложите обстановку. Прием. Засада в ущелье. Нет ни машины, ни водителя. Нужна помощь. Прием.
Внимание, Эхо, мы под угрозой. В штабе отменили наше задание. Парни, теперь вы сами по себе. Что? А не пошел бы этот штаб на... Однако мы можем сбросить вам машину поддержки по ту сторону моста. Вижу его! К вам приближаются силы противника. Вы должны пересечь мост и взорвать его, чтобы к вам мог прилететь наш вертолет. Вас понял, выдвигаемся. Ну и козлы сидят у нас на базе. Грейсон, не ставь заряд, пока Пирс не даст добро. Эхо, тут заряд крутовато. Буду нарезать круги, пока вы внизу разбираетесь с этими уродами. Сразу заряд. Как ты его отбрил? Заряд на месте. Да, первый заряд готов. Меткий выстрел, Пирс! Да его хлопну! Плюс один на моем счету. А, вы пендрёжник! Просто ткни пальцем. Так точно. Ставлю заряд. Готово. Ну что, второй заряд на месте. Это последний. Идем через мост. Пирс, мы готовы взорвать мост по твоему приказу. Пирс, хватай пушку! Пирс, хватай пушку! Так, приготовились, сейчас будет жарко! Твою мать, не сработало! И вот за такое мы платим налоги. Внимание, приближается БТР! Дай минуту, отцепи их от меня! Помогите мне! Люблю я взрывчатку. Орел, мы готовы к отправке. Прием. Транспорт в пути. Увы, это все, что мы можем, сынок. Удачи. Если хочешь сидеть у пушки. Грейсон, почему мы стоим? Да погоди, отлить нужно. Пирс, хватит уже пялиться через прицел на мой болт. Тебе и без прицела все видно. Слушайте, мы круто нашумели, так что у нас будут проблемы. Обожаю проблемы. Эй, что это там впереди? Похоже на блокпост. Черт, пора уходить с дороги. Ладно, держите. Двигай на запад. В километре отсюда есть другой кусок шоссе.
Чёрта с два, деревня на севере. Я еду туда, если Пирс не против. Ракеты прямо по курсу! Грейсон, берегись! Я вижу его! Блин, тут все что ли с пушками ходят? Кто дал автоматы рабочим завода? Думаю, они купили это дерьмо у нас. Да уж, надеюсь, мы не продешевили. Командиру звена! Я отключаю систему наведения! Грейсон, ну хватит! Сомерс, твой пессимизм меня тревожит. Черт, не проехать! Поднажми! Эй, что там впереди? Охренеть! Они танкеры взрывают! Назад! Назад! Так, группа «Эхо», держитесь. Пирс, ты там в порядке? Он в порядке. Эй, дуй вон туда. Шоссе должно быть прямо по курсу. Сказал же, что выведу всех. Если я за рулем, значит прорвемся. Если это называется прорваться, то что такое влипнуть? Я Амброс! Грейсон, говори тише. Если увижу хоть еще одного паука-верблюда, затопчу его нахрен! Все хорошо, он из деревни, он просто напуган. Ну и болото. Дома я видывал и похуже. Вот здесь наш друг и собирает свои бомбы. Да ладно тебе. Это Ноя Уайс. Она наш переводчик и врач. Привет. Вы офицер? Нет, я террористка. Сколько вы весите? 195, а что? Она же не пойдет с нами, да? Да, потому что ты, белая жопа, не знаешь арабский, а она знает. Ладно, вперед, все, я получил задание.
Бункер соединен с водоочистной станцией. Если они и хранят где-то хлорные бомбы, то там. Мы идем первыми, за нами третье подразделение. Они разберутся с мятежниками из этой деревни. Готовы? Закатывайте рукава. Нифига. Она из США, безвредна, как котенок. Это для защиты от химвеществ. Помимо прочего. А что в нем? Секретный состав. Укол обязателен. В бункере засела республиканская гвардия. Примерно 50 человек. Мы должны проникнуть внутрь и вступить с ними в бой. Снаружи было бы проще. Видимость лучше. Будут везде коридоры. Будем зачищать одну секцию за другой. Если эти схемы не устарели. Так, Пирс, ваш выход. Шаятин. Куллюкум шаятин. Шайтану бинафсихи яскуну хунак. Что-то не так? Он говорит про бункер. Говорит, там живет дьявол. Скажи ему, что мы потому и пришли. Пойдем. Асфал. Ханазир! У них две точки входа. Мы обойдем деревню кругом и зайдем с тыла. Круто? Звучит хорошо, но и Пирс, и я пойдем с тобой. Здесь не души. Нет, жители все еще тут. Просто спрятались. Веду ответный огонь! Он мёртв! Осторожнее! Блин, и кому тут охота жить? Похоже на полевой госпиталь. Прикинь, если бы тебя тут лечили. Уверяю, проводить операции в таком месте тоже не сахар. Начнем. Район чист. Капитан Пирс, ваши люди могут просто открывать двери? Эй, что это там перед мечетью? Молодец! Твою мать, Пирс! Ну, кому вломить? Перезаряжаюсь. Бейте их!
выстрел, Пирс! Будьте начеку. Доктор Уайс, мы с Пирсом не умеем читать червяков. Что тут написано? Заброшенная школа, ничего особенного. Район чист. Блин, меня с этого укола так плющит. Как будто третья башка вот-вот вырастет. Все будет нормально. Да потому что вы бы не стали тестировать опасное химическое дерьмо на солдатах. Быть начеку. Осторожней. Понеслась, друг! Женевская конвенция! Что это с ним? Нет, правда, жуткий урод. Жертва химического оружия. Да, во втором поколении. Врожденная форма энцефалита. Вы серьезно? Наши об этом знают? Не могу сказать больше, не спрашивайте. Вы убили его! Нам гости. Молодчина. Печально, что в этой школе не учатся дети. Здесь могли бы расти новые врачи и программисты. Цели захвачены! Лопнул его! Он мёртв! Обнаружен противник! Его отбрил. Цели захвачены. Молодец!
О, да тебе крышка! Пирс, что теперь? Мы обнаружили бункер. Вас понял. Выдвигаемся. Эта дверь усилена сталью. Проверим ее с этой стороны. Возможно, есть слабое место. Склад оружия на третьем уровне. Похоже, Грейсона торкнуло лекарство. У них не было шансов! Склад бомб еще не нашли? Пока нет. Пойдем здесь. Надо выполнить дело и убираться отсюда. Ответный огонь! Пирс, что вы делаете? Обнаружен
противник! Вот такое по мне! Ребят, что-нибудь видите? Ничего особенного, а ты? Пусто. У меня здесь мурашки по коже. Так точно. Что за хрень? Тут никого нет. За той дверью. Будь начеку. Ого! Черт! Бомбы должны быть прямо под нами, уровнем ниже. Это что за хрень? Наша цель. Сохраняйте дистанцию. Отсюда. Срочно. Со мной. Со мной, Пирс. Открывайте дверь. Живо. Сомерс, сзади. Пирс,
Они должны вырваться! Нет! Откройте дверь! Сомерса нет. Надо уходить. Я вызову лифт. Это точно не хлорные бомбы. Стоп! А где Сомерс? Погиб. Твою мать. Где? Он внизу? Надо спуститься за ним. Нет, нельзя. Заткнись, детка, не тебе решать. Тс, кажется, под лифтом что-то есть. Ты же ведь у нас врач? Молодец, спасла Сомерса. Он был солдатом. Он знал, что рискует. База — это группа Эхо. Мы внутри бункера. Химическое оружие не найдено. Повторяю, бомб нет. Сраное задание. Эхо, мы скоро заберем вас. Мы уже в пути, так что держитесь. Честная. Что это за фиговина? Стрелять, убей его! Что это было? Мутационный эффект. Мутационный эффект? Вы что, спятили? Осторожно, Орел. В бункере жарко, нужен отряд химзащиты. Вас понял. Снаряжение у нас есть. Молодцы, Эхо. Хорошая работа. Полковник, у нас один убитый.
Повторяю, один убитый. Проклятье. Оставайтесь на месте, Эхо, мы скоро будем. Тысячи людей собрались сегодня в столице, чтобы выразить протест грядущей кампании по призыву вооруженные силы. Конгресс должен одобрить поэтапный план призыва уже на следующей неделе. По данным опросов, граждане недовольны как призывом, так и самой войной. Неопределенность в отношении конфликта сбила рейтинг президента до рекордно низкой отметки. Подробнее об этом расскажет наш штаб-кор в Вашингтоне. Вашему в Минобороны уже сказали все, что нам надо знать? Вы серьезно? Я сообщу вам, когда посчитаю нужным. Но разве это не касается здоровья граждан? Когда вы посчитаете нужным, полковник при всем уважении разве так отвечает? Вам я буду отвечать только так. Интервью окончено. Пирс, пойдемте со мной.